Вечер 22 марта обернулся трагедией для всей страны. Перед выступлением группы «Пикник» в здание «Крокус Сити Холла» в Подмосковье ворвались четверо террористов, открыли стрельбу по людям и подожгли концертный зал. Люди спасались бегством, но много погибло. Их количество постоянно растет. Пострадавших сотни. Уже арестованы 11 причастных к теракту, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Это граждане Таджикистана. Всех по решению суда отправили в СИЗО до 22 мая. Установить срок его содержания под стражей на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Тем временем стало известно, что во время теракта в Крокусе погибла уроженка Хабаровска. С Дальнего Востока она переехала несколько лет назад и успела завоевать титул «Мисс Тверь». Также в день трагедии в Красногорске на соревнованиях находилась команда по спортивным и бальным танцам из Хабаровского края. 20 детей и 3 тренера. Всех вовремя эвакуировали. Со словами поддержки к семьям погибших и пострадавших обратился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он выразил слова соболезнования и сопричастности, а также подчеркнул, что в регионе усилены меры безопасности на транспорте, объектах социальной сферы и в местах массового скопления людей. До особого распоряжения в Хабаровском крае отменены все увеселительные и развлекательные мероприятия. Вместе мы силы. И единство, сплоченность, поддержку друг друга противопоставим террору. Нас не запугать. 24 марта в России было объявлено днем общенационального траура. По всей стране в знак скорби припустили флаги. Анастасия Привецкая, «Большой город».